Вот, кстати, у Габара есть новое видео. Я не знаю, насколько оно классное, и стоит ли его смотреть. Да, чуть-чуть попробуем, оно недолго, чуть-чуть. Что сделают люди, если им позволить все? Страшный социальный эксперимент. Делай со мной что хочешь. Что бы вы сделали с Габаром, если бы вот так вот, ну, увидели, что он стоит такой и говорит, чтобы делали все, что захотели? Так, дайте без спойлеров, блядь. Повторим перформанс Марины Абрамович. Напомню, о чем эта история. Она сделала невероятное шоу из того, что стала абсолютно беспомощной. Положила перед собой 70... Он же известный, мало что сделает. Слушай, а мне кажется, наоборот. Человек известный. У известных людей много хейтеров. Вот. А представь, если бы я там сейчас стоял. Мне кажется, меня бы точно, ну, пару раз как минимум пырнули ножом. По-любому. Накинулись бы, да? 52 предмета и разрешила людям делать абсолютно все, что угодно. И им за это ничего не будет. Дошло до максимальной жестокости. Вплоть до поножовщины. В прошлом году на центральной набережной Сочи я уже делал этот эксперимент, где экспериментуемым была маленькая хрупкая девочка. Все началось довольно мягко. Вот так вот. Гоу, ты пойдешь. Да не. А закончилось довольно жестко. Я надеюсь, что вы помните. Я прочитал многочисленные ваши комментарии, Гвин, конечно, где вы спрашивали: Габар, почему не ты в центре эксперимента, а из-за денег? Ну, конечно, из-за денег. Он идет туда, чтобы деньги получить. Хороший вопрос. Как люди отреагируют на беспомощного мужчину? Будут ли они более жестче, чтобы выплеснуть свою агрессию хоть куда-то? Или наоборот, побояться, потому что могут получить ответную реакцию? Прямо сейчас мы это и узнаем. Я объект эксперимента. Ну такое, блядь, бананы, лук. Ну и что с этим сделаешь? Наручники, хуйня какая-то. Этим даже, ну типа, больно не сделаешь. Я подошел и просто бы сфоткался. Типа халявная фотка с Габаром. Причем фоткаться можно в разных позах, блядь, пока стоит. Может, тебе ничего не сделает? Я бы там вообще такие бы, блядь, моменты бы сфоткал. Волнительное начало эксперимента, исходя из прошлого... Аньонингмен, спасибо. Рлей или Риай, спасибо. Хайпер, спасибо. Никитун, спасибо. Мистер, да, спасибо. На, да, ага. Фротичка, спасибо тоже большое за переподписку. Я был уверен, что эксперимент пойдет по восходящей, и вначале будет очень легко. Но как я ошибался. Опачки. Что? Он яйцом в него кинет. Ебать жестко, ребята. Это пиздец. А... Охуеть. Это жесть. Не, ну еблан, конечно, пол. Этот мужик, естественно. Ага. Вот, чтоб сладко было. Вот, вот это вот, нажмите вот. Высунуть еще. Почему? Не стоит. Явно же проверяют. А? Явно же проверяют людей, что человеческий инстинкт вообще. Это отвратительно. Ого.
Ну, шлем зря снял, все-таки реально защита хоть какая-то. Ёбаный! Ой, блядь. Касаемо орков, кстати говоря. Вот как мы предыдущее видео смотрели, чел там, соответственно, кричал, что вот, мы все орки, мы все орки. Нет. Не все. Но вот как вот этот вот кадр, блядь, на экране. Это орк, нахуй. Вот это орк, ребят. Вот самый настоящий. Вот, обратите внимание. Нужно научиться разделять людей, понимаете, да? Ну, скажем так, на категории. Вот это орк. Это пиздец. Вы что он сейчас делает? Ой, блядь. И крылья себе еще эти налепил. Тоже мне ангел. Это жестко. Сама жестко. Только мне надо. Опять шлем надеялся. Кесус, сейчас в России, город Ростов-на-Дону, близко к ДНР, уже как 2 часа гремят какие-то взрывы, один раз даже люстра шаталась. Новостей про это нет, мне страшно. В Москве сегодня день города, если я не ошибаюсь. Фейерверки хуярят. Я к тому, что, а может быть и в Ростове что-то такое, не? Ну, я надеюсь, все нормально будет. Я думаю, у меня в чате много людей из Ростова. Подтвердите информацию, реально ли это правда. Фу, блядь. Нет. Нихуя, Стинтак, спасибо большое за подарочную подписку для плохого парня. Чё? Чё, блядь? Куда он его кинул? Баконченый какой-то. Как он Габар узнал под этим шлемом? А салфетки есть? Ну, очень жалко тебе. Да, я тоже водички подошел потерять. Говорит, мне очень жалко тебя. А вот ему не жалко, блять, участников на шоу Габара, когда они жрут орехи острые и давятся и умирают. Когда они жрут червей, он кричит: накинулись, глотай, не жуй. А тут, блин, пенка на носике. Жалко, блин. Не жалко, пусть накинется лучше. Я роплю, если чё. Дурак, блядь. Школьник хейтер, походу. Тот самый, о которых я говорил. Отомстил Габару за то, что он, не знаю, что он, видимо, что-то не так сделал в каком-то из видео. Вот мразь. Правильно, блядь. Вот это вообще жестко. Жесть. Они задолбали, они то снимут, то наденут, то снимут, то наденут. На кой хрен он ему ноги обматывает туалетной бумагой, блядь? Что это? А, наручники. А я уже думал, когда уже ему это нацепят.
возьми еще очки. По-моему, когда загородил этими штуками, то еще больше людей начали туда заходить. Чтобы было интереснее. И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Мало того, что я абсолютно беспомощен, теперь я полностью слеп. Передо мной находится неуправляемая толпа, и я даже не могу предвосхитить, что же сейчас будет, потому что если ко мне в лицо полетит камень, я уже не смогу увернуться. Закройте глаза. Представьте, что перед вами стоит огромная неуправляемая толпа, и в руках каждого человека какой-то предмет. Страшно? Вот не, и вообще мне. Похуй. Я даже не знаю, что сейчас будет. А, бля, опять этот школьник. Уходи от меня. Интересно, это откуда у тебя этих агрессий? Это вот этот эксперимент показывает всю... Тоже вопрос, конечно, интересный. Человеческую суть и... Могу объяснить, но не хочется в политику опять влезать. Испорченные души, как мальчик только что взял, кинул яйцо. Ну, как сказала бы Мизулина, ребят, игры. Все, это все игры, телефон, игры, GTA 5, КС-очка, Dota 2. То есть это вообще абсурд, мне кажется. Если бы мой сын так сделал, я бы вообще, наверное, сквозь землю провалилась. Что происходит, я в шоке. Мне просто даже Да заебал, честно. Ага. Теперь эти деньги кто-то должен забрать. Грандизан, спасибо большое за переподписку. Бля, может мне тоже такой эксперимент сделать, только в Америке здесь. Прийти на Брайтон, встать вот так, поставить сзади эту хуйню, написать, что делать со мной, что хотите. Вот, и все. Сравнить, как здесь происходит, это как там. Застрелят. Ну что ж теперь. Да вообще, почему нет? На Брайтоне-то там, ну как бы, такой херни нет. Кто меня, блядь, бабушка, что ли, какая-то застрелит, или чё? Кончи!
Бля, если это не подставной чел, но он реально уебан. Прям, бля. Идиот. Да, Габару, конечно, деньги очень нужны. Ого, там 250 рублей. Господи, храни этого человека. Это поистине самый лучший момент вообще за все это время. Я уже не чувствую ног. Я весь скован от напряженности, от того, что я не знаю, что может со мной произойти в каждую следующую секунду. И тут меня сажают на стул. Первый раз за все это время я по-настоящему вздохну. Откуда он его взял? Как он его принес? Кто это? Респект. Более большинство людей просто стоят и смотрят. И ждут, пока, видимо, кто-то подойдет и что-то сделает. А, соответственно, другие, кто подходит и что-то делает, скорее всего, это делают на потеху, блядь, народа. Видит, сколько людей смотрит, такие, бля, я сейчас знаменитым стану, нахуй. Сейчас подойду, короче, что-то сделаю. Пока другие смотрят. Опять этот конченый, сука. Раз представь, ты такой идешь, и вместо Габары так стоит братишкин. Твои действия. Ну, я надеюсь, что в этот момент я очень сильно захочу писать. В таком случае мне не придется идти в туалет. Бля, под задницу ему кто-нибудь пните, бля, чтобы он упал и прям носом ткнулся вот во все это, потому что он там рассыпал. Да нахуй ты ему эти очки надеваешь, господи, блядь. Одни гадят, вот как там один, не будем показывать пальцы, молодой человек. Другие же пытаются защитить, как-то облегчить ситуацию. И есть третий, который просто смотрит. Я заметил, что в основном агрессию проявляют мужики. Как бы получают удовольствие от зрелища. Нейтральных больше. Нейтральных больше, а те, кто что-то делает, те, кто помогает, плюс-минус поровну, да. Очень сильно напоминает другие сферы жизни. Типа... то, чего нельзя называть. Вот. Ясно, ты мужчинофоб, блядь. Ты дурачок, блядь. Шикарная, да, фантазия?
кепка уже пропала. Опять глаза закрыли. Да? Что это, блядь, такое вообще? Бля, заберите у пиздюка кто-нибудь пистолет. Отлично. Отличное ощущение. Молодец просто. 10 из 10. Вот это он высказался, конечно. В подробности все разложил. Мы поняли его мотивы, да. Ну, сейчас расскажет, наверное. Юмор. Нравится, юмор, прикол, просто да? Шутки, да. Угар. Угар. Ничего, как бы, ничего личного. Все нормально. Знаю. Кому угарно в итоге? Угораете, ребят? Приятного дня. Ржака басака. Бля. Нет, а как? А надо угорать, судя по всему. Оказывается, это угарно должно быть. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, так выглядит самая настоящая анархия. Вы просто посмотрите на эту канале, и люди поняли, что это зона, свободная от законов, приличия и морали. Здесь можно делать абсолютно все, что угодно. Где центром экспериментов уже может стал не я, а просто возможность людей делать все, что угодно. И абсолютно безнаказанно. Я удивлен больше тому, что нет полиции. Обычно менты, блядь, тут как тут сразу, да, там, даже если три человека стоят, что-то на камеру снимают, все, бля. Пройдемте, а что это вы тут снимаете, блядь? А здесь? Реально вакханалия происходит, и ни одного полицейского. Он согласовал, походу. Ага, на Кремль работает! Я думаю, этого долбоеба найдут. Кого? Мужика? Да всем похуй, чел. Кого искать его? Кому это нужно? Зачем? Пока он против войны не высказывается, его никто искать не будет. Стоит ему сказать что-то там это, ой, блядь, найдут как родного, ребят, сразу же. А так похуй, пусть там, ну, на силу убивает, его никто трогать не будет. Как только против убийства будет высказывать что-то где-то в интернете, сразу же посадят. Ну и зачем ты это делаешь, мальчик? Вот такой маленький, а уже хочет. Вот давай, это что такое? Такой маленький, а уже хочет. А если бы он мог тебе дать сдачи, ты бы сейчас такое делал, нет? То есть слабого можно обидеть, да? И к чему вы призываете? Вот это вот для чего? Вы же подслушиваете, ходите, обсыпаете, чтобы люди вам гадости делали, а? Потому что внутри вы фашист самый настоящий. Потому что внутри... Вот, нифига она наехала на ребенка, блядь. Там мужик, который похлеще хуйню делает. Ой. Фашист самый настоящий.
Не, ну по факту, конечно. Это дичь полная вообще. Как можно просто про любого человека какую-то хуйню делать? Типа, это же бред полный. Им дают возможность это делать, они делают. Вот в Америке, допустим, разрешено там оружие, к примеру. Здесь это более тяжело сделать. Но там оно легально, и ты можешь как бы взять там оружие и ходить, и люди понимают, что это нормально. Если здесь все раздать, здесь все друг друга переубивают. Сам жри эту хуйню. Так, стоп, не понял. Это та самая женщина, которая вроде как бы помогала ему? А что она пытается сделать? Подожди, я не понял. Подожди, она же вроде нормальная была. Что произошло? Зачем она эту хуйню намешала и теперь дает ему жрать? Что за бред? Она же вроде нормальная была. На кой хуй ты это делаешь? Решила свои шоу Габара устроить, что ли, или что? И сейчас такая на ушко ему. Накинулся. Ой, ебать. Личка, спасибо за переподписку. Хуяч. Ой, дура, блядь. Фу, блядь. О, ха-ха! Ребят, нас выгоняют. Ребят, мы бы продолжали еще долго этот эксперимент, потому что до важной стадии мы не дошли. А вот, а вы говорите, он... Спасибо огромное. А вы говорите, он договорился. Не, ни хера. Всем, поэтому принимал... в этот раз полиция что-то даже как-то долго она тянула. Участие. Я, естественно, ни на кого не держу обиды. Администрация города запретила нам в данный момент... Все равно не поверите. Эксперимент. И мы, естественно, законопослушные граждане сматываем удочку. Сматывай, но я нам. Все равно очень доволен экспериментом. Уёбывай, блядь. Что... Здорово, ребят, всем себя, привет. Что, а мы смотрели здесь, Габара. Совсем по-другому ощущаешь чек это. Не донат. Совсем по-другому Ща. Смотришь на людей. И люди совсем по-другому смотрят на тебя. Поэтому спасибо большое всем. Долбоёб ёбаный заебал кринжа наваливать. А, кринжа не существует. Кринж — это твои, скажем так, границы, которые ты создал сам для себя. Твои ограничения. Те рамки, за которые ты боишься переступать или стесняешься, из-за чего в итоге ты периодически чувствуешь какой-то кринж. Вот. Хотя, по сути, что я такого сделал? А ты, блядь, сидишь там кринж ловишь. Потому что ты ограниченный. Вот и все. Вот и все. Безусловно, бывает иногда стыдно за кого-то, но когда человек реально прям жесткую хуйню делает. Но чаще всего люди ощущают кринж, ну, совсем не по факту, а по хуйне. Просто банально, потому что они слишком ограничены. Они не могут позволить себе то, что позволяет другой, и из-за чего у них внутри вот такие вот моменты происходят. Скажем так, чувства некоторые неприятные, возможно. Спасибо. Поэтому заебали с этим кринжом, если честно. Кринж, кринж. Бесславный и очень резкий финал нашего эксперимента.
Любой акционизм в России... Так, ребят, Диппинс, конечно, вовремя кончил, блин. У нас тут просто уже, соответственно, видео заканчивается. Но не переживайте, мы сейчас другое посмотрим что-то. Россия сейчас под вопросом. Точнее, он запрещен. А кринж ТикТок, что ты смотришь, ограничено или это другое? Вот это как раз-таки именно тот самый натуральный кринж. Я не говорю, что вообще нельзя ощущать чувство стыда за кого-то.